прежде всего, это была хорошая тренировка для нас. Вот, плюс дали поиграть молодым, посмотреть, что и кто из себя представляет. Как бы, молодцы, что вышли, очень достойно отыграли. Но, жалко, что не забили. Но в то же время проявили уверенность. Отойди отсюда. Дима Тарасов хочет просто еще тоже пару слов сказать. Идем, поможешь мне. Нет, не хочешь? Ну ладно. Ну, проявили уверенность. И плюс Илья Баев хорошо себя проявил в серии пенальти. Выручил, что молодец. Это четвертый контрольный матч нашей команды зимой. Чувствуется, что прибавляем? Ну, от игры к игре мы что-то пробуем новое. Плюс состав меняется. Вот здесь, я думаю, лучше на эти вопросы ответит тренер, нежели я. Так что я думаю, что однозначно я на этот вопрос так полноценно не смогу ответить. Тяжело, конечно, работаем тоже как бы под нагрузками. Здесь нет такого, чтобы в чемпионате отыграл игру, у тебя есть день паузы, ты можешь отдохнуть, а здесь уже постоянно в работе. Ну, ты омолвился о молодых, сам уже сформировал о них какое-то мнение? Конечно, я работаю с ними каждый день на тренировке. Я не могу как бы не отметить их желание попасть в основной состав, стремление. И здесь, я думаю, игра сама говорит за себя. Вот. Хорошо себя проявляют, и тренера это видят. Главное, чтобы они дальше так же работали. Илья Абай вытащил серию пенальти, и многие ребята, ну, шутили активно над Маринато Гильермо. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, так, это просто были шутки в его сторону. Так же, как вот мне тут не дают с вами поговорить. Иди отсюда. Ну, иди ко мне. Иди и стань. Вот, ну, так, немного пошутили. Ничего особенного. Но есть уже уверенность, что к 16 февраля подойдем во всей боевой готовности? Ну, конечно, есть. Конечно, есть в этом уверенность, как бы мы над этим сюда и приехали работать.